Добрый день. Я нахожусь в рекреации школы номер 10. Уже оформление новогоднее на окнах, снежинки, небольшой зимний сад. И фотовыставка учителя биологии Натальи Федоровны. Попробуйте поймать вот такой кадр. Сколько же нужно лежать в засаде с фотоаппаратом, чтобы сделать такой удивительный снимок? Или вот такой удивленный взгляд поймать у птицы? Ворагуша ротик раскрыла. А вот такой кадр вы сможете поймать? А она это сделала, и на это уходит достаточно много времени, чтобы заснять, поймать нужный ракурс. Замечательная выставка. И здесь на столе, в планшетах, ее прекрасные фотографии. Чудесно.